В Ватикане, в соборе Святого Петра и на прилегающей к собору площади прошла торжественная инаугурационная служба, посвященная началу понтификата Папы Римского Франциска. Во время проповеди Папа Римский призвал верующих любить и заботиться друг о друге и назвал своим главным долгом защиту Церкви и всего человечества. Пожалуйста, я хотел бы просить всех тех, кто занимает в политике, экономике, социальной жизни, ответственные посты, всех мужчин и женщин доброй воли. Давайте будем защитниками того, что создано Богом. Давайте охранять и беречь людей и природу. Нельзя позволить, чтобы признаки смерти и разрушения сопутствовали миру. Che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo. Новый римский первосвященник подчеркнул: глава церкви обладает властью. Но настоящая власть – это служение. Potere è il servizio. Моя задача как понтифика – открыть объятия для всех людей, любить все человечество. Мы должны защищать всех и каждого, особенно наиболее бедных, слабых, голодных и страдающих от жажды людей. С особенной любовью и нежностью нужно относиться к детям и старикам. В конце проповеди Папа призвал всех сохранять надежду, несмотря на трудные времена, и дарить надежду другим. В конце мессы Папа Римский Франциск освятил хлеб и вино, которые символизируют кровь и тело Христова, и причастил подходящих к нему кардиналов. А 500 священников причастили тех из собравшихся на площади, кто смог пробиться к заграждению.